Как поднять ЗП в штуку, в штуку 2 баксов, если нет ни навыков, ни образования? Несмотря в какую сферу, я не знаю. Я думаю, такие сферы, в которых никак не поднимешь. Каких ты можешь поднять? Учи английский, стань топовым преподом по английскому. И все. И едь в Таиланд и дистанционно преподавай. Это же просто классика жанра. Урок по английскому будет стоить, я думаю, что если ты прям крутой препод, который развалил всех остальных, 5 будет стоить. Ну, будет у тебя 10 уроков в день, 50 косарей в день. 50 косарей — это, получается, 500 баксов в день. Соответственно, сделаешь себе 3 рабочих дня, усрешься по 10 уроков в день. Остальное время отдыхаешь. 1500 баксов в неделю, 6000 в месяц. Все, учи английский.